Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором даже если у автора нет нормальной возможности записывать видео, он будет делать это с телефона для того, чтобы оставаться быть полезным. Ребят, подписывайтесь на канал и поверьте мне, я сделаю все возможное для того, чтобы вы об этом не пожалели. Ну а если вы уже подписаны, просто прожмите лайкос, особенно если эта информация будет вам полезна. Многие из нас собирали вот эти пульты, возлагали на них огромные надежды. Надежды многих рухнули, узнав о том, что за вот эти пульты, открыв все вот эти экраны, которые вы сейчас видите у себя, на мониторах либо на экранах своих девайсов, вы получите фон профиля. Да, безусловно, разочарование огромное для многих, и честно говоря, я тоже немножко разочарован, потому что фон профиля, ну, не совсем то, зачем ты гоняешься в течение нескольких месяцев. Как вы знаете, изначально говорилось о том, что пультов будет 7, потом оказалось, что их все-таки будет 14, и у меня есть 12 пультов. Я собрал все возможное, что можно было собрать, кроме пульта, который находится вот в этом игровом событии на 7-м левеле. Вот он. И вот, ребят, получается, что суммарно 13 пультов. У всех есть вопрос, где взять 14-й, потому что август подходит к концу, и в целом разработчики намекнули на то, что больше пультов не будет. Так вот, 14-й пульт, ребят, находится на 13-м уровне, вот здесь, где лежит серебрянье. Казалось бы, всего лишь 200 тысяч серебра, никому это не интересно, и, в принципе, мало кто собирался идти до этого уровня, если не собирается потеть полностью в ивент, потому что для того, чтобы забрать этих 200 тысяч, необходимо собрать себе 105 билетов, а это, извините, 53 победы, грубо говоря. Так вот, ребят, именно вот здесь, на 13 уровне, как вы видите, находится вместе с серебром пульт номер 14. Тот, которого как раз и будет не хватать для того, чтобы полностью закрыть всю эту историю с пультами, для многих сугубо из принципа, и не для того, чтобы получить что-то от фона профиля, а просто для того, чтобы поставить точку и логически завершить всю эту эпопею, чтобы потом не было обидно, столько шел, а до финиша все-таки не догреб. В общем, ребят, надеюсь, я был полезен. Если был полезен, пишите комментарии, ставьте лайки данному видео. Буду вам безумно благодарен, если подпишетесь на канал, если раньше еще этого не делали. Спасибо огромное за просмотр. Мира вам, друзья мои. До скорой встречи и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.